линия атаки подвела нас на этом чемпионате мира. Андрей, ты продлил контракт с Барсом? Хочу попробовать себя в Европе. Да, нет, скажи как есть. Я реально лучше, свежее, интереснее, чем Паскуале. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Всех привет, уважаемые болельщики. Чемпионат мира завершен, сборная сейчас отдыхает, но мы не отдыхаем. Судья 1xMatch вновь врывается в эфир. Я ее ведущий Эльдар Амамбаев. И сегодня со мной мои друзья, топовые эксперты нашей студии. Руслан Сайхан. Да, доброго времени суток, уважаемые болельщики. Эльдар, спасибо за предоставленное слово. Ну а я, в свою очередь, хочу передать слово топовому эксперту, главному обозревателю казахстанского хоккея в Казахстане, в мире, плейбою Павлодара Артему Буланову. Артем. Копр Ахмед, не останавливайся, так хорошо просто. Кайрлтан, Кайрлкун, Кайрлкеш, зрители главного спортивного телеканала страны Инспорт. Мы здесь, в студии 1xMatch, продолжаем работать для вас. И у нас супер топовый гость, потому что студия топовая. И гости у нас топовые. Это герой сборной Казахстана, главная звезда турнира Андрей Шутов. Андрей, да? Не ожидал ты такого? Я не звезда и не герой. Но многие поспорят. Вот Роман Старченко и ты просто в топовых списках всегда значатся. Ну, может быть, в конце турнира. Сразу мы хотим тебя спросить. Сейчас мы видим соцсети, многие ребята остались там, путешествуют по Европе, я так понимаю, да, потому что Шенген открыт, виза есть, да, еще, а вот Париж, там другие. Ты прилетел домой. Расскажи, что денег не хватило, почему, или домой, по дому соскучился, по семье? Ну, во-первых, я дочку не видел месяц почти. Я приехал к семье, ну, а так, у меня другие планы. Приехать в Усть-Каменогорск, чуть-чуть отдохнуть и ехать в Питер уже на сборы. Поэтому я не отдыхаю. Питер? Нет, мне тоже послышалось, что нет, Санкт-Петербург. Ага. Город, ну, я понял. Просто здесь надо уточнение сделать. А с кем ехать в сборы? С какой командой? Ни с какой, просто вратарские сборы. Просто вратарские сборы. Фу, да? уже чуть-чуть нас отлегло. Я думал, уже СКА. Был инсайт, кстати. Андрей, вот скажи, да, мы тоже тут думаем, то ли СКА, то ли еще... Был инсайт в головой облет, и в принципе, да, с моей точки зрения, он подтвержденный, да, я спрашивал то, что ты уже игрок Словена. Так ли это на самом деле? Ну, официально, когда выйдет, тогда я могу говорить. Ну, ты подписал контракт. Официально ничего не выходило. Нет, ну смотри, нас будут уже смотреть люди, они будут уже примерно, ну, понимать, эта новость уже может появиться. Поэтому ты здесь можешь вообще без стеснения сказать. А если не появится? Появится. Нет, я, Артем, предлагаю вопрос по-другому. Андрей, ты продлил контракт с Барсом? Пока нет, еще не продлевал. Тоже не продлевал? Нет. То есть ты сейчас в подвешенном таком состоянии, да? Ну, подписал я слово. Ну, все. Ну, вот так. Что стесняться? Ты в топовой студии. Топовые, как мы говорим, эксперты. Мы это все знаем. Да, мы это все знаем. Как это произошло? Кто на тебя вышел? Когда? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Да никто на меня не выходил. Я сам хотел давно, ну, давно попробовать, еще когда в Алтай Торпедо был. Хотел попробовать себя в Европе и дал себе слово в ноябре, в октябре этого года, что если будет какой-то вариант, то я точно поеду пробовать. Получается, этот вариант возник по ходу сезона? Да, по ходу сезона. Расскажи ли переговоры, да. Долго ли, финансовая составляющая тебя все устроила, жизнь, с кем ты советовался в этом плане? Ну, я переговоры никакие не вел, агент вел. Ну, просто мне позвонили. Он позвонил, сказал, типа, есть такой вариант, будем рассматривать. Я говорю, да, давайте. Все, пару дней они там пообщались, и мне уже предварительно сказали, что и как.
Андрей, ну вот многие болельщики скажут, да он что, с ума что ли сошел? У него все хорошо в Астане, он одна из главных звезд команды, да, у него здесь все под боком, да, и там, грубо говоря, дом, ледовое, все условия созданы, хороший контракт. Куда он там в Европу собрался, грубо говоря, за пиццу играть? Что ты ответишь таким людям? Потому что, как мы понимаем, все-таки предложение Слована, оно меньше, чем Бориса. Ну, предложение Слована, да, меньше, чем Бориса, ну, дело не в этом. Наверное, дело в какой-то мечте, в первую очередь, а уже потом в каких-то деньгах. То есть ты профессионал, ты не сумасшедший, как считают хейтеры некоторые. Куда он там собрался? Сидел бы себе спокойно в Борисе. Ну, пусть они и сидят дома у себя. Ты только до победного двигаешься? Ну, стараюсь. Пока мечту свою не осуществишь, да? Ну, хотя бы попробовать стоит. Я так считаю. Расскажи немного про Слован, что ты уже успел узнать, может, про город посмотреть. Насколько я знаю, это команда из Братиславы, которая раньше играла в континентальной хоккейной лиге. И в целом, что ты можешь рассказать там про... Я ничего не могу. Я вообще ничего не знаю. То есть ты не знаешь, куда играешь? А ты знаешь, кто сейчас главный тренер? Хорошая команда готовится. Нужно чемпионство, все. Задача есть стать чемпионами, да? Да. А помимо местного чемпионата, они еще играют, понятное дело, в международных турнирах. Там какие-то задачи вот в Европе? Насчет международных не знаю. Я знаю то, что уже есть список игр, ну, контрольных в августе. И все. Ну, там чешские команды. Больше я ничего не знаю. А жилье, смотри, вот бытовые моменты, они тебе уже сказали, то есть ты будешь жить на базе клуба, если у них база, или снимать тебе квартиру, вот как вот бытовые моменты? Ты ведь все-таки с семьей туда летишь? Ну да, с семьей летим, но я еще встречался во время чемпионата мира, руководство приезжало туда, в Остраву, и мы сидели, разговаривали, и получается, что, ну, все предоставляют, и квартиру, и машину, все как везде. Вау, да не везде, так не везде. Супер. Ну, машина минус, наверное. В металлурге точно, вот я с ребятами разговаривал по КХЛ, там с Никитой Михайлисом, да, Валерой Ореховым, им машину не предоставляли. Да там на ней ездить тоже, бензин дорогой. В Европе все дорого. Ну все, понятно про будущее. Вернемся, наверное, в прошлое. Чемпионат мира завершен, сборная Казахстана сыграет в следующем году 5-й раз подряд в элитном раунде. Скажи, вот уже время прошло, Андрей, доволен ли ты своим выступлением, доволен ли ты выступлением вообще сборной Казахстана на чемпионате мира? Я думаю, должно пройти больше времени, чтобы как-то здраво оценивать это. Ну, на первый взгляд я, ну, недоволен, понятно почему. Потому что в прошлом году мы более, не знаю, как-то спокойно, более получали удовольствие от игры, нежели в этом году. И даже если какие-то сильные соперники были против нас, ну, мы боролись хотя бы два периода, но мы боролись. Ну, пока что я недоволен. Вот, кстати, хорошо, что ты отметил, получали удовольствие, игра шла и заброшенные шайбы были. На этом чемпионате мира, да, сложилось такое впечатление, ну, помимо игры с Францией, что так тяжело нам давали заброшенные шайбы. Вроде бы вы, вратари, свою работу выполняли, да, а вот в атаке был голяк. Ну, если по статистике, то да. Ну и мы самое много пропустили, так что. Чем ты это связываешь? Почему форварды, ну, Роман Старченко, понятно, убегает еще, будь здоров, а остальные где были? Ну, это я не знаю, это надо у ребят спрашивать. Это надо каждого звать и спрашивать у него, почему так случилось. Аделю Бекетаеву пришлось расчехлить свою пушку на Швецию. Потому что заброшенных шайб не было. Да, но зато есть 31... С латышами расчехли, да? Ну да, 31 пропущенная шайба в групповом этапе. Действительно, мы пропустили больше всех. Что не получалось в играх, Андрей, потому что ты от звонка до звонка, ну, полностью, да, провел всего лишь две игры. Это, получается, стартовая, которую мы выиграли у французов 3-1, ну и крайняя, да, последняя, которая... С латышами. С латышами уже полностью. Да. А, с латышами полностью, ну там, да, 3 или 4, сколько там, 20 секунд, когда тебя поменяли, выпустили. Расскажите, говоря про вот именно замену на 6-го полевого, потому что в нашей студии и за кадром, и в принципе в самом эфире настоящие дискуссии разворачивались по этому вопросу, как это вообще в принципе происходило. Ну, там был момент, когда они, наши парни, вошли в зону. Мне дали отмашку, я побежал, но я вижу, что шайба потеряна, и игрок выходит из зоны с шайбой. Я вернулся назад, и все, нас закрыли в зоне. Пока мы отобрали, уже время кончилось. Потом я побежал. Так что там, ну,
отмашка была, то, что меняться, ну, мы потеряли шайбу, поэтому я вернулся. Ну, то есть отмашка была, вот это было самое важное узнать, потому да. что многие болельщики говорили, почему Галымбулбекович не снимает вратаря. Ну, они, им больше видно, они же на поле стояли. Тоже верно. Да. Это негатив пошел. Ты принимал участие во всех встречах. Три вратаря у нас, помимо тебя, это Бояркин, Кудрявцев. Как-то в одном из интервью главный тренер Галымбулбекович, когда у него спрашивали, кто завтра будет у нас играть в воротах, говорил, что я доверяю тренерскому штабу, который занимается этими вратарями, они мне скажут, и я, соответственно, приму решение. Как обсуждалось, кто выйдет на определенную игру? До дня, либо до чемпионата мира уже было примерно расписание, что, то есть, Андрей, ты станешь против, там, не знаю, Франции, Латвии, там, сборной Словакии. Ну, грубо говоря, Словакии. Выигрышные матчи. Да. Ну... Я не знаю, потому нет, что нам говорят за день до игры, кто играет и кто одевается, и все. А как они там решают, кто играет, ну, тренерский штаб, я не знаю. Ну, я как думаю, что здесь уже прям очевидно после чемпионата мира уже, что Андрей ехал туда как первый номер, ну, да, Бояркин второй, Кудрявцев третий, да, и то. Вот. Кстати, как Сергей сильно расстроился, что не довелось ему сыграть на этом турнире, да, ни одной минуты. Вы же с ним общались в любом случае. Да, я думаю, конечно, расстроился. Ехать, ну, как на такое событие и не провести ни минуты, это обидно. А для себя в целом, ну, понятно, что выигрышный матч с Францией, выигрышный матч с Польшей хорошо удался. Помимо этих двух матчей, какой из ты выделишь, может быть, в плане своей игры, в плане игры своей команды, в плане соперника, какой бы матч бы ты выделил для себя на этом чемпионате мира? Со шведами. Со шведами. Хороший матч был. Я в нем не участвовал. Потому и хороший был? Нет, почему? Был хороший. В обороне хорошо играли на самом деле. Ну и Никита здорово сыграл. Никита хорошо сыграл. Шведы, они пытались что-то до последнего кого-то разыграть, не бросали. Вот отличие шведов от американцев. Угу. Американцы бросают отовсюду. Если на пятак пришла, он бросает. А шведы не бросают, они пас еще дальше. Какая игра была самой трудной для тебя на этом чемпионате мира? То есть, не знаю, при подготовке больше волновался, настраивался, изучал соперника, нападающих, либо, не знаю, просто вот не пошло с первой минуты. Ты почувствовал, что, ну, сегодня будет, конечно, ну, сложно с немцами, потому что я был готов, ну, как я считал, провести хороший матч, но в первой же смене от конька защитника залетает гол, но это все равно как-то влияет. Угу. Даже не на меня, а в общем на настроение команды. Это все равно психология, это, я думаю, повлияло как-то на матч. Угу. И второй тоже гол там. Я все вижу, перемещаюсь, он бросает, она просто от ноги игрока, который блокировал, меняет направление. Ну, не повезло, можно так сказать. Андрей, понятное дело, что мало мы забрасывали, да, это очевидно, что линия атаки подвела нас на этом чемпионате мира. Что ты скажешь про оборону? Понятное дело, ты кого-то персонально сейчас критиковать не надо, но в целом на 100% ли сыграла наша линия защиты? То есть, потому что мы видели, было много обрезов, ошибок, привозов тоже. В прошлом году мы сколько забили? 14. А в этом? 12. Разницы. Никакой почти. Если игры пропустили, ровно так же по традиционной. В том году, не в этом году так же. Но ты на оборону кричал, вот чего я хочу добиться. Ты заходил в раздевалку, на защитников своих кричал, нет? Да нет, зачем мне кричать, я не тренер. Я заходил, бывало, не помню, вот мы с поляками играли. Там момент был в первом периоде, при счете 1-1. Да, при счете 1-1 в конце периода. Орех стоял на пятаке, и Сэм что-то туда-сюда елозит, блядь. И идет бросок от Тимми. Я не вижу ее, они меня оба закрыли, еще чужой. И все, и Сэм проезжает, и я ему прям там сразу орал, что ну, нафига ты тут ездишь, типа, отойди. Не говори это. Ну и потом в раздевалке я ему еще сказал об этом, и все, больше я никому ничего не говорю. Уважаемые зрители, а я хочу напомнить, что спонсором нашей трансляции является букмекерская компания 1xBet. Регистрируйся на сайте, получай первый бонус на депозит до 260 тысяч тенге по промокоду 1xMatch.kz. Вернемся к чемпионату мира, который, ну скажем, сборная играла и получала удовольствие, да? Ну, как минимум ты. В чем разница? Почему в этом году с таким настроем не вышли и не сыграли, как в прошлом чемпионате мира? Не знаю, может быть,
чьи-то ожидания. Может быть, когда мы и в этой студии говорили, что сборная КСА наконец-то поборется за плей-офф, либо ожидания внутри команды, тренерский штаб, федерация настроили вас только на победу, играть на результат. Не знаю, что случилось, что у вас не получилось в этом году. Да, по результатам понятно, но получить удовольствие от этого чемпионата мира. Не, удовольствие было, но в некоторых играх, не во всех. Угу. Нет, но с чем это так, связано? Я думаю, ну, во-первых, это уровень команд вырос, соперников, из-за игроков НХЛ. Мы постоянно все говорим об этом, но это на самом деле так, это нельзя исключать. И мне кажется, после того, как словаки нас нормально так опустили... 6-2. 6-2. Ну, мне кажется, это тоже повлияло как-то на матч. Ну, на матче в дальнейшем. Кстати, ты когда на словаков, да, ты в голове держал, что это, ну, потенциально страна, где тебе предстоит играть, что они смотрят, просматривают, там, руководство и прочее, прочее. Как-то давило ли это на тебя еще дополнительно? Да нет, на меня это никак не давило. Что вот, может быть, твой контракт будущий решается здесь? Да нет, это вообще спокойно было. Тем более я знал, что они приедут на игру еще где-то за месяц до чемпионата мира. Так что время попереживать было до этого. Вы переживался. А какой настрой на игры был внутри коллектива? То есть вы же по-любому разговаривали, общались, какие задачи ставили, плей-офф, вы понимали, либо просто остаться? Еще я могу сказать то, что расписание на самом деле в этом году было не такое. В прошлом году, ну, в Риге когда были, мы все вечерние матчи играли. Это для нас было плюсом, я не знаю почему. Ну, то есть раскатка, просто подготовились, вышли, сыграли. Ну, типа, и даже как будто сама атмосфера вечерняя лучше была. А, ну, у вас, получается, вы все матчи играли дневные? Да, в 12, 12, в 4. Ну, понятно, скажут некоторые эксперты, что это глупость, типа, того. Но на самом деле это очень сильно влияет, когда ты весь сезон играешь. Ну, утром раскатка, отдохнул, вечером игра. Все равно у тебя организм перестраивается на это. Даже не то, чтобы сезона получается, всю карьеру. Ну да, всю карьеру. Всегда все так играют. Как раз вопрос касательно настроя, планов, ребят, задач. Что вы хотели на этом чемпионате мира показать? То есть понятно, да, побеждать, показать высокий уровень, но все равно же должно быть понимание, задачи от руководства. Какие задачи перед вами были поставлены? Да, вот конкретно, это сохранение места или все-таки... Либо просто ничего не говорили, играть, а там уже посмотрим. Если честно, я никого не слушаю, когда собрание. Меня об этом можно не спрашивать. Но мне кажется, это банальщина. Выход в плей-офф – это типа максимальное. Минимальное – это остаться в элите. Андрей, а вот ты сейчас только что сказал, что вечером более вам с руки играть в сборной, да, более приятнее. Но тем не менее, да, такая статистика у нас. Когда бы мы ни играли вечером, днем, утром, всегда что Барыш, что сборная пропускает первый. Да, мы французам первыми пропустили, мы полякам, от поляков первыми пропустили. Вот что за ситуация такая у нас, вот накрыл нас такой злой рок постоянно, мы первый пропускаем, что Барыш, что сборная. Ну, мы с остальными командами тоже первый пропустили. Во всех играх. Да, во всех. Да, во всех. Да, Андрей, спасибо тебе за ценную подсказку. Да. Что происходит? Да я не знаю. Это казахский какой-то принцип просто. Да? Мы даем фору чуть-чуть сопернику. Чтобы интереснее было потом играть. Это не... Может, с какой-то стороны это и хорошо. С Алтышами мы 0-0 играли. Потом сразу две съели, и все. И те свиньи устали и стоят. Им ничего сделать не надо. С Латышами что не получилось? То есть это они так сыграли грамотно в обороне или просто мы не воспользовались своими моментами? На самом деле я пересматривал моменты, и там что-то все говорят очень много моментов. Там у нас 2-3 момента, 4 максимум. 4-2 был бы чего? Мы ворот просто бросали. Не знаю, там вратарь вышел, наверное, заколдовал их. Так же принято говорить. А ты колдуешь свои ворота? Есть ли у тебя, может, ритуал тоже есть? Там, может, и колдую, но не помогает. Вы же видели. Ну, со словаками в том году-то помогало. Ну, на самом деле, в прошлом году мы тоже много пропускали. Причем мы выигрывали так, как 4-3. 4-3. 4-3, 4-3, 4-3. Да, все три матча 4-3. Это еще 43 надо. Так что 3-1 это вообще... Для вратаря 3-1 это лучше.
В первой встрече ты был признан лучшим игроком сборной Казахстана. Мы еще шутили, да? Что тебе подарили? Что подарили там, часы, да. Не знаю, что в этой коробке? Либо квартиру в Словакии. Ключи там, может быть, от Шкоды. Да, что было в той коробке? Вот нам скажи зрителям всем. Что за подарок? Я-то знаю, просто... Там просто ручка. Ручка? Да, там ручка и карт-холдер. Я даже не знаю, как сейчас свою эмоцию описать. Ну, как срочно нужно проводить еще первым Казахстане. Да. Неспомнимое, а в том году он еще говорил. То же самое. Нет, а за лучшего игрока в составе сборной, там тарелки были. Там тарелка была, да. А в этом году? Ты же тоже был признан лучшим. Ну, на этой, когда лучше, там просто пишется, типа, лучший игрок. Best player? Да, и все. И тут просто такая же стекляшка была. Тяжеленькая. Типа, как лупая, не знаю. Ну, скромненько. Касательно отдельных игроков, кто тебе больше всего, наверное, для тебя, точнее, кто стал главным открытием из игроков сборной Казахстана в этом, на этом чемпионате мира, от кого ты кто не ожидал, кто выстрелил, да, может? Кто тот же Королев, не знаю, Нурбеков. Бойко, может быть. Ну, Олег, кстати, хорошо сыграл. Ну, я и не думал, что он плохо сыграет, просто он хорошо сыграл, я... Был уверен в нем. Колян, ну, Королев, неожиданно хорошо сыграл, на самом деле, для меня. Ну, как вратарь. Стреля, будь здоров, он там. Ты его не ожидал видеть с собой рядом в тройке лучших игроков в составе сборной, когда он сыграл? На самом деле, когда назвали, почему-то у меня первая мысль была, что он будет. Ну, кстати, когда у меня тоже так было. Да? Да, что, ну, он получил. Не, на последних матчах он был лучше, да. Давай поговорим. Дебютант, защитник выступал в первой паре с Леонидом Витальником. Как ты оценишь его игру? Ну, вот ему я, кстати, тоже высказывал. Мы в номере жили вместе. Что он игрока не держит на пятаке. Помогало хоть? Мне после этого его в четвертое звено спустить. Или в третье даже. Это заказывало, получается. После Славка, да. Аль, хорошо, это молодежь. А вот давай опытные игроки. Леха еще Амирбеков хорошо сыграл. А, ну да. Я знаю то, что даже когда вот у нас был кемп в Барысе, ну, мы катались там перед сборной, а пацаны еще же с Намадом в плей-офф играли. Угу. И Леха ходит, что-то тренируется очень много. Я говорю, ты что? Он говорит, да, я в сборную готовлюсь. Ну, все. Значит, не зря готовился. Красавчик, похвально. Хотел спросить, а про наших ветеранов, да, которые должны были в трудную минуту брать на себя игру, как тебе, например, Леонид Метальников? Потому что вот я его чуть-чуть критиковал в головой облет, то, что ну, человек там подписывает там, рекордный, один из рекордных контрактов с Адмиралом, да, там очень большая заработная плата у него. Как он сыграл? Достойно ли на этом чемпионате мира игроку с таким большим опытом? Все сыграли достойно. В элите остались. Дипломатично, Андрей Шутов. Слава Богу. Какие-то ожидания от обладателей Кубка Гагарина, от нашей тройки было, потому что многие болельщики ожидали увидеть от Михайлиса, от Орехова очень классные игры, продолжение той феерии, да, побед, но, к сожалению, они... Только с Польшей, честно скажем, только с Польшей показали. Ну, я могу сказать, то, что это было, мне кажется, понятно, что будет, ну, я не могу назвать это спадом, просто, что не будет идти у них. Угу. Ну, шайба не будет залетать. А физически так-то, на тренировках как они выглядят? Все хорошо. Все хорошо было? Да. Просто, ну, не было забитых голов, так-то работа выполнялась огромная, как, ну, как ни смотри, как ни крути. А вот ты с Никитой общаешься, ну, как бы хорошо вы общаетесь, или он там в своей группе? Какой Никита? Михайлис. Да, Никита. Какой я знал по списку. Просто почему спрашиваю, вот казалось бы, да, у человека мечта играть в НХЛ, да, вы уходите против сборной США, и вот здесь нужно раскрываться, показывать себя, но Никиту в матче против США вообще видно не было. Вот насколько для него это был удар, он расстроился, общался ли ты с ним после этого? Я общаюсь только вот с вратарями и защитниками, пару человек, все. И с нами еще. Иногда. А почему? То есть у вас, ну, а кстати, вот эти тимбилдинги какие-то в сборные были, там общались, выезжали. Я помню, прошлый чемпионат мира, вы там на великах катались. Сплочение там. Да, сплочение. Правильно, вот хоккеист говорит, да, сплочение. Здесь на великах было. Это не сплочение. Ну, общие занятия, когда в Чехии что-то было у вас общее? Ну, выходили там, тусовка. Пару фоток же было, да, первые дни. Ну, это мы когда приехали играть против британцев. Мы в Прагу приехали, и все пофотались там и все. Там нам 3 часа дали, на автобусе привезли.
Все, да, просто. Все. Не, просто ты вот говоришь, я там не общаюсь. Это вот удивительно. Мне кажется, вы там все знаешь друг друга, прям на связи там. И такого нет в сборной теплой. Нет, на самом деле-то мы общаемся все с друг другом. Просто есть же все равно люди, с кем тебе комфортнее всего общаться. Ну, с кем ты больше времени в быту проводишь, да. То есть с Никитой Михайловичем не особо комфортно, да? Нет, у него своя просто компания, с кем ему комфортно общаться. Он просто пытается. Мы просто кликбей для заголовка. Андрея Шиту некомфортно с Никитой Михайловичем в одной команде. Ну что такое? Дай нам заголовок. Роман Бобекович. Последняя встреча против сборной Польши. Что сказал экс-главный тренер сборной Казахстана после своего, оказалось, последнего матча? Да, и вы знали, это, что это последний матч? Да, после сборной Польши. Как-то вы, не знаю, намекнули он на свой уход, либо такого не было. Что он сказал после победы? Я же говорил, я не слушаю. То есть даже такую проникновенную речь последнюю? На самом деле я сам по себе что-то сижу там, думаю, что получилось, что нет, сразу же после игры. Ну а слушать, ну что там могут сказать? Ну типа, молодцы. С победой. Ну с победой. Двойные премиальные. Такого не говорят. Тем более, кстати, Андрей же начало сезона его в раздевалке Бориса очень хорошо слушал. Поэтому здесь, мне кажется, у тебя как... А как ты воспринял сам, Андрей, новость, что все, Роман Бобекович больше не тренирует сборную Казахстана? Вроде бы остались в элите, результат хороший, я молодежь. Я не знаю, как на это даже реагировать. Ну, грустно ли тебе стало? Вот знаешь, все-таки тренер, с которым ты прошел 2 чемпионата мира, прошел в принципе, успешно. На самом деле, ну, конечно, грустно. Если когда любого человека меняют, с которым ты долгое время проводишь, то по-любому какой-то осадок идет. Ты же с ним проводил сезон еще в Номаде. Когда про лигу играли. Да. Так что обидно. Может, Кулаген? Кто я? Или в Бургут? Нет. Новый тренер сборной Казахстана по совместительству, главный тренер сборной, точнее, Бориса, Немировский. Получается, у нас вновь будет совмещение. Вот, ребят, вопрос вам. Я всегда был против совмещения. Потому что, ну, понятно, про лига живет своей одной жизнью. Барс, понятно, другой, Немировский. Будет ли он смотреть матч с РРК, Орлана там и т.д. и т.п.? Я думаю, что ему, как скажем... Кто-то будет смотреть, дадут, передавать? Дадут либо установку какому-то, да, специальному человеку. Ну, это же, думаю, уже неправильно. Скауту. Нет, почему неправильно? Это, в принципе, так работа и строится, потому что у главного он тренера... Он слишком много знает. Это он, походу. Нет, это в теории. А в практике я не знаю ни одного тренера, кто... Да, конечно, я максимум бойскаут. Кто там достиг определенных... Да, это вот бой. То, что сейчас Руслан говорит, и это все. Идеальный мир, когда, да, это в идеальном мире Немировский будет приезжать и смотреть матчи нашего чемпионата. По факту никто не будет смотреть, изучать. И на самом деле совмещение – это очень плохой вариант, на мой взгляд. Немировский должен сосредоточиться на Борисе, работать с Борисом, добиваться результата. У сборной должен быть отдельный тренер, который будет просматривать и тебя, в том числе, в чемпионате местный специалист, Европы. Который знает казахский. Не, ну я просто хотел добавить, что тренерский штаб Бориса ходил на игры Номада. Ну, тут-то понятно. Ну, это Номад. Да, это... Ну, то есть, против каждого соперника. Ты кого имеешь в виду? Олега Балякина? Нет, Скобелку. Ну, извини меня, он живет в Астане, да, он ходит на матчи Номада. Немировский будет тоже, мы уверены, он будет ходить на матчи Номада. Но он не будет включать вечером там Сарыарка, Торпедо, чтобы просмотреть там ребят. Или, например, наших казахстанцев в Бургуте и в Хумо, которые сейчас активно туда, да, в ростер пополняют. Он же не будет их смотреть, он даже такие команды не знать не знает. Так нет, почему, когда они с Номада будут играть? Ну, только в одних играх, раз нет, ты делаешь картину. Он весь чемпионат смотреть должен? Да. Так у него свой чемпионат еще идет. Ну это понятно, поэтому нужен свой. Я и говорю, что как раз таки для этого и существуют скауты, которые будут передавать всю информацию главному тренеру и руководству. То есть я уверен, такие может скауты, быть, он как будет... Ты себя сейчас, да, называешь? Я говорю, повторюсь, я максимально только бой-скаут могу в лагере воспользоваться, смотрите, там, в качестве вожатого. Нет, я имею в виду, нет, что... надо поувереннее, ты что? Поувереннее, ну, конечно. Предложат, с радостью буду всегда. Ты и будешь бойскаутом. Я с тобой, в общем, полностью согласен. Тренер, это сборная, это тренер сборной.
Вот как в футболе, да, у нас сейчас тоже резонанс был, да, с Адиевым. Да, да. И мы сказали, выбирай. Это неправильно, это неправильно, Андрей. Ну, это время покажет. Я не знаю, потому что, ну, действительно. Я думаю, что мы с гостем можем пойти, да, уже сами поверить. Да и плюс, смотри, вот завтра ситуация, да, сборная, например, не задержится в элите, ну, не дай бог, в следующем году. Вот какой спрос будет с Немировского? Самый высокий. А, это тебе. А тут Винси. Что ты тут еловишь? Нет, при этом Барс выходит, там, не знаю, в полуфинал своей конференции. Его же однозначно с Барса не уберут. И сборную тоже. Если сборная вылетает, например, ну, не дай бог, как говорится. Нет, почему? Допустим, яркий пример, когда был Фина Ритика. То есть с Барсом он хорошо сыграл сезон, но со сборной у него не получилось, и он покинул пост. Сборная. Поэтому здесь все мы о чем говорим? Он-то покинул и даже забыл про это как страшный сон, даже не переживал. А нам в сборной нужен тренер, который будет засыпать и просыпаться с мыслью о сборной. Понимаешь, вот мы о чем говорим. Здесь просто разница между Арипекой и Немировским в том, что у Арипеки, в принципе, за плечами был успешный опыт, да, у Немировского получается, что у него отставка и в Адмирале, отставка в Новосибирске, потом год он вообще, в принципе, нигде не работал. То есть для него сейчас Борис это такой последний хороший шанс заявить о себе громко на всю лигу. Если у него это не получится, то я думаю, что он больше не будет работать. Хорошая цитата, я даже знаю, из какой программы. А представьте, ребята, что в следующем году Борис доходит до финала своей конференции, да, при этом чемпионат мира у нас стартует параллельно, как я понимаю, и куда, кого туда отправлять? Ну, здесь, мне кажется, уже при построении команды сейчас Словаков, да, получается. Ладно, это сборная. А давайте вот Андрею зададим вопрос, узнаем, все-таки руководство-то Бориса, да, обиделись ли они, вот честно скажи, на тебя, когда ты сделал, поставил свою подпись под контрактом со Словаком? Когда ты им вообще сказал, что все, ребята, я ухожу, это было по ходу сезона, когда у тебя возникло предложение, либо ты после уже истечение контракта. Потому что в апреле. Да, в апреле я разговаривал два раза с ген-менеджером. Угу. То есть первый раз он тебя не уговорил, но получилось, а во второй уже. Ну, второй. Какой? Я имею в виду первый раз про Бориса. Нет, так и понял. Первая встреча у вас была о продлении, скорее всего, да? Где они тебе предлагали. Я сразу сказал. Сразу? Да. И что, тебя так отпустили? Сказали, ну, езжай. Нет, мне сказали, подумай еще. Ты подумал? Так и так. Я еще раз подумал, сказал. Мне говорят, еще подумай. Все. А не было угроз, ты в сборную больше не попадешь, ты в Борис больше не там? Нет? Ну, то есть, как, это же обида, ты лучший вратарь команды. Ну, мне такого не говорили. Это невыгодно, то, что так говорить основному вратарю сборную, что ты в сборную не попадешь, если ты едешь в Борис. Там же тоже как бы работают люди, ну, понимающие дело. Поэтому здесь все думают, что никаких обид не могло быть изначально. Да, у нас каждый может быть основным. Ну, это понятно, это все равно. Как бы по содержанию на данный момент ты являешься первым номером. Да нет, мне ничего не говорили. Ну, в плане никаких угроз ничего не было. А команде ты когда это сказал, озвучил? Ребятам, с которыми ты общаешься, Сэму, другим ребятам. Как они восприняли? Да. Да, да, им тоже вот в конце, когда они уже на мат шли. Угу. То есть перед? Ну, в общем, сезон в Барсе закончился, я сказал. Все. Там еще какой-то вопрос был, нет? Что-то я еще хотел сказать. Говори. А я забыл. А у тебя получается на сезон контракт, правильно? Да, на сезон. То есть потенциально ты можешь в Борис вернуться через сезон? Ну, права у меня в Борисе остаются. А, остаются в любом случае, конечно. А помимо Бориса, какой-то интерес со стороны континентальных кинологических команд? Был ли у тебя какие-то переговоры? Мне никто ничего не звонил. Тебе никто ничего не звонил? Нет, а вот еще агенту тоже не звонили, наверное. Если я тебе ничего не передавал. Если ничего не сказал, значит не. Кстати, сколько агент получит от твоего контракта со Слованом? Ну, процент какой? Просто интересно. Ну, что скажешь тоже. Ну, в кафе сходим, покушаем. А, да? Вот так он тебе помогает? Просто? Конечно. Нет, ну я думал, там 10-20%. Нет. Покушаем, сходим, нормально будет. Да? Это что за у тебя волшебный агент такой? Ну, просто сам на все дорогое выберет, поэтому. Андрей, супруга как отреагировала на твой выбор? Да, я приезжаю в другую страну теперь. Все-таки, да, и ребенок. Собака. Собака, да. Все берем, всех берем. Да, ну, сначала не знаю, но она в любом случае приняла, ну, как это сказать-то, приняла мой выбор. Поддержала сразу. Ну да, поддержала. Блядь, слово забыл. Поддержала. Просто поддержала меня. И все, потом уже, когда там неделя прошла, мы с ней разговаривали.
Она говорит, ну я сначала расстроилась, а потом говорит. Ну ты как-то подводил ее к этому своему решению или просто сказал, все, мы едем в Братиславу, собирай чемодан? Сколько мы знакомы, я ей сразу сказал, будет вариант, я сразу поеду. А, ну то есть это было уже оговорено еще задолго. Конечно. То есть у нас такая командная работа, да, будут стрелять меня, зацепят тебя, да, ну как в знаменитом фильме. То есть она с тобой везде. Кстати, вы живете в Каменогорск, да, переехали сначала в Астану, теперь получается... Кто? Супруга. Жена Алматинка. Алматинка? Да. Ничего вот себе. Получается. Угу. Это интересно. Какие ожидания от будущего вообще именно в Словакии? Ожидания? Ну, какие цели ты ставишь на следующий сезон? Понятное дело, это стать первым номером команды. Может быть, подучить какие-то языки. На самом деле, главная цель у меня там, ну, для себя. Понятно, не для команды, это вырасти в плане как вратарь, угу. как основной вратарь. То есть, ну, надо будет побороться за место основного вратаря и уже вот в этом амплуа набираться опыта. Угу. А по уровню местный чемпионат, он не уступает КХЛ? Ты не опасаешься, что КХЛ? Ты пойдешь? Да, ну, да, конечно, да, что это лиги. Будет не что такой драйв. Ты туда перейдешь, а там уровень, ну, как Продиги, например. Не, ну там понятно, что уровень чуть ниже, чем КХЛ. Ну, и чуть ниже, чем немецкая лига. Ну, германская. Но все равно уровень там высокий игры. Я думаю, это ну, в минус не должно быть. В любом случае. А у тебя какие-то были еще предложения, помимо Словакии, из Европы, допустим? Ты сейчас сказал, немецкая лига, допустим, чешская, не знаю, финская. Немецкая была. Еще когда с Борисом, там нужен был вратарь. Ну, у меня контракт, во-первых. Во-вторых, он из сезона еще шел. Угу. Финская была. Финская лига первая или в той, где играл Муратов? Первая. Ну, это... Туда нельзя. Почему нельзя? За политики туда не берут, кто в КХЛ играл. А, все понятно. Так же, как в Чехии. А я хочу напомнить, что спонсором нашей студии является букмекерская компания 1xBet. Регистрируйтесь на сайте, получайте первый бонус на депозит до 260 тысяч тенге по промокоду 1xMatch.kz. Ну, а я не перестаю в поисках кликбейтного заголовка, да, для нашего мастера СММ. Подожди, уже есть кликбейт. Андрей Шутов задушил Дмитрия Бреуса в номере. Ну да. Андрей Шутов недовольный. Так вот, мой вопрос для кликбейтного... Все, ребят, мы в надежде кликбейтного заголовка от Андрея. Андрей, все-таки мы понимаем, что Эдди Паскуали остается в Барысе как минимум еще на сезон, да, потому что ну, в Барысе, наверное, не готовы что-то продать. Не знаю, что там, 20 машин, чтобы ему выплатить неустойку эту. Вот, все-таки стало ли это тоже отправной точкой, что ты решил сменить обстановку, потому что понимая, что Паскуали есть, он получает большую зарплату, и он должен играть, то есть эти деньги отыгрывать. Стало ли это тоже такое одной из причин, что Борис и, в принципе, делал и будет делать ставку на легионера? На самом деле я это в расчет даже не брал. И вот и этот год я хотел, ну, в плане попасть в Барыс, там насчет основного варианта, ну, даже не думал. Короче, была цель попасть, закрепиться в Барысе. Под основного мне было без разницы. Я там хотел сыграть 10 игр, 12 думал хотя бы, ну, типа вторым номером, но дайте 10-12 игр мне, чтобы я себя показал. Отыграл 40, да? 39. 39. Я туда перехожу, в общем, для развития. Не из-за кого-то, не из-за чего-то. Просто перехожу в Слован для развития самого mm-hmm. себя. Удачи. Удачи тебе, Андрей, в Словакии. Ладно, у меня еще один момент. Скажи честно, а ты сильнее, как вратарь, чем Паскуали? Слушай, ему в Словакии забить на буллитах не могут, ты его не обыграешь точно. Скажи, пожалуйста, ты сильнее, как вратарь, чем Паскуали? Андрей. Хотя игра 5 гудочек забил. Ты же, вот ты правду же говоришь, вот реально, как ты оценишь, ты сильнее, чем Паскуали, как на позиции вратаря? Говори честно, говори честно. Как я думаю? Да. Мы равны. У меня забыл сказать, у нас разные стили игры, и нас сложно сравнивать. Ну это нет, он-то не этого ждал.
Для заголовка моего ожидания. Нет, скажи, как есть. Я реально лучше, свежее, интереснее, чем Паскуале, но не играю так, как хочу. Все. У нас уже это выглядит, как будто я прибедняюсь. Да, у нас название же есть. Андрей Шутов, я не слушаю Алмы Балбековича. Вот такое. Не послушай Андрей Шутов. Да. Я больше не пойду сюда. Андрей Шутов, я недоволен игрой Михайлиса. Нет, на самом деле, Андрей, вот уже мы закругляемся. Просто скажи, ты побывал на многих там подкастах, на многих там неинтересных эфирах, грустных, печальных. Вот здесь тебе реально же кайфово, здесь же повеселее. Компетентные люди, посмотри, как Ильда сидит. А где я был-то? Ну, мы не будем сейчас называть эти студии, нам просто в целом. Называть. Нравится, что тебе у нас в 1.02? Вообще, в целом, атмосфера, как в Астраве ты был, получается. Ну, ты был здесь в наряде подкастов в Астане, в мы просто смотрели. Так нравится ли тебе наша атмосфера? И у вас. Нравится? Ну, где круче? Вот честно скажи. Если скажешь не у нас, мы это, естественно, вырежем. Скажи, нравится тебе здесь у нас в студии? Атмосфера бомбовая? Ну, как это? Даже официальная. На фотографии он даже. Серьезнее, да? Ну, официальная, потому что. Угу. Нет, этот вопрос Артем задает чему? Потому что обязательно словарики будем тебя подключать к нашим студиям, узнавать, следить за тобой. Там интернет рассказывать. Ничего страшного. У нас супер интернет здесь. Да. Мы будем рассказывать о тебе и нашим болельщикам, которые, естественно, будут следить за основным голкипером сборной. А я еще хотел сказать, извините. Давай. Все, внимание, извините, ты хотел или что? Камера, извините. Мы тебя извиняем, да, говори. Да не в камеру это, нет, общий надо план. Общий план. Нет, говори, Андрей. Я про то, что про Ореха с Михой и с Мухой. То, что все равно все в команде понимали и болельщики понимали, что в нужный момент они все равно забьются. Ну, собственно, как получилось. Так и получилось. Да. Старченко, Михайлис и Орех принесли нам победу. А Мухаметов победную забил с французами. Он же вторую забил? Да. Или он сравнил? Вторую. Ну вот, пожалуйста. Да. Вообще, что делаете тут? Готовитесь, нет? Я знаю, там Старченко, Мухаметов. У вас получается, игроки Магнитогорска забросили все победные шайбы. Как будто, знаете, сегодня вот чуть-чуть огонька не хватает, поэтому давайте просто обсудим еще золотые. Вот смотри, Андрей, ты играешь в Барысе, хороший контракт, а золотые часы у нашего коллеги, у нашего эксперта. У Руслана Стояка. Тебе же не дали часы сейчас на чемпионате мира? У меня есть. Смотри, федерация хоккея. Тем более есть часы у человека. Есть, да? Да. Все хорошо. Кстати, вот на... Что, мы закругляемся или еще один вопрос есть? Нет, для тебя. Самая большая твоя покупка в этом сезоне. Вот что ты приобрел действительно на... Смотри, он уже все перепробовал. Под контракт. Ну, споткнись-то хоть самая раз. Ему нужно же тоже что-то кушать. Ему нужно попасть в эфир. Я тоже хочу золотые часы. Я специально часы золотые сегодня даже надел. Нет, самая большая твоя покупка вот за период игры в Барысе. В смысле, как я приехал или именно за этот год? Да, вообще в целом. Недвижимость, машину, квартиру я купил. Приобрел акции. Квартиру в Астане? Нет. Поздравляю. Нет? Где? В Братиславе. А где приобрел? В Усть-Камане. В Усть-Камане? Это тоже, знаешь, там цены не меньше, чем в Астане. Корзина продуктов, мама, ничего еще. Нет, мы искренне радуемся, хорошая весть. Ну да, там на самом деле на Стрелке... Не, квартиры там дорогие, продают там дорогие, дороже, золотой, чем здесь два раза. Это вот видишь, район. А ты в каком районе? Тяжелый труд окупается, друзья. Возле дворца. Возле дворца? Ну, там все возле дворца. Там маленький город. Двушку, трешку, однушку? Двушка. Двушку? А почему? Это я больше родителям взял. А, родителям? Себе, да. Понятно. Вот, подарок родителям. Понимаешь, вот человек заработал и родителям. Вот это вот тема для кикбета. Класс. Андрей Шутов заработал на чемпионате мира. Респект, Андрей, прям красавчик, реально. Спасибо. Будем следить, Андрей, за твоей карьерой в Словакии. Обязательно будем тебя подключать, естественно. Да, если там плохой интернет. Да, если там даже плохой интернет, мы найдем там кого. Там видео не работает же тоже. Найдем. Мы тебе флешку дадим. Даже камера запрещена, вы знаете. Там аудио только. Мы тебе желаем успехов там, да, раду и прославляй нашу страну, наш хоккей. Да. На этом наша студия завершается. Первый блок, уважаемые любители хоккея, с нами был голкипер сборной Казахстана и Братиславского Слована. Уже можно говорить это. А когда Андрей выйдет? Шутов. Уважаемые любители хоккея, мы продолжаем студию 1Х матч и к нам присоединяются наши... Два топовых эксперта, Игорь Черников и Ян Калиновский. Ребята, привет! Как ваше настроение сегодня в этой студии? Мы, конечно же, обсудим итог, потому что мы, как и все, уходим на летние каникулы. То есть вернемся, когда начнется теперь уже клубный сезон в Казахстане. Это Кубок Казахстана, который в августе пройдет, а до этого все свободны. Учитесь, развивайтесь,
правила хоккея тоже учите. Ребята, на днях наша сборная наконец-то прилетела в Астану, ну, в усеченном составе, потому что некоторые остались путешествовать. И мы их встретили, наш молодой коллега Ернур Дюсенглазы записал с ними небольшие интервью. Я сейчас перед началом этой студии предлагаю послушать главного тренера сборной Михайлиса и Омирбекова. Как вы оцениваете результат сборной? Я считаю, что это положительный результат. С кем из соперников играть было тяжелее? Да со всеми. Со всеми соперниками. Все приехали, чтобы побеждать. Кто лучший игрок сборной Казахстана на этом турнире? И почему? Ну, я считаю, что все хорошо играли. Вкладывались, как палмы, как могли. Насколько были готовы, насколько играли. Я думаю, что свою задачу ребята выполнили. Выиграли тех команд, которые мы можем выиграть. А те команды, которые все представляют, что мы кого-то обыграем, сборную там Швеции, еще кого-то. Ну что, надо быть, наверное, нормальным играть. Для этого что нужно сделать? Нужно постоянно работать с ребятами, чтобы доверять им, чтобы они играли в нашей команде. А скажите про атмосферу в Астане. Чувствовались болельщики? Да, наши болельщики приходили, да. Даже чешские болельщики. Да, да. Ну, их было мало, но было все равно слышно, видно. Спасибо им, что они нас ждали там. И как бы желали только хорошего. Ребят поддерживали, тренерский штаб. А что очень получилось приятно. И не получилось на этом турнире? Ну, в принципе, что, ожидать какого-то, что мы выйдем в плей-офф, ну, это же, знаете, вот как-то, это неправильно, вот этого ждать. Ничего для этого не делая, выйти в плей-офф, ну, как-то. Мы собрали ребят, которые ездили в прошлом году, добавились молодые ребята, да, мы хотели еще там взять ребят, но они, знаете, не подошли в силу того, что уже, ну, как бы, знаете, это не подходит к этому быстрому хоккею, там нужно очень быстро играть, очень быстро хоккей показывать всю команду. У всех в этом году привезли почти по полкоманды там на крыло, все хотели все там завоевать и далее. Поэтому команда очень серьезная. Да. Алихан, елге оралулар мен жалпы жарыс жайлы айтшы. Қандай сезімде болдың? Алғашқы голыңды соқтың чемпионат мирадағы. Да, рахмет. Қиын жарыс болды негізі. Өйткені ойыншылар бұлар НХЛ-дан келді. Жақсы ойын көрсетті бізге қарсы. Сезімдерім жақсы, өте жақсы. Ұнады бәрі. Бірінші голымды бәрі ұнады. Жалпы жанкүйерлердің қолдауын сезіндің бе? Иә, жанкүйерлер келді. Чехияда көп қазақтар тұрады екен. Сол Чехияда тұратын адамдар келді, қолдады. Көп жазды, ойыннан кейін кездестік солармен. Жалпы осы жарыстың алдында сендердің тапсырмаларың қандай болды? Неліктен сендер плей-оффқа өте алмадыңдар? Тағы да осы дивизионда қалдыңдар, енді қуанышымызға қарай дейікші. Бірақ неліктен қалай жыл болып плей-оффқа шыға алмай жатырмын? Не жетпейді бізге сонда? Қазақстан ешқашан плей-оффқа шықпаған негізі. Сонда біліп отырайық. Бірақ біз қашан шығамыз енді? Оған шыға алатын үміттеміз негізі. Осы ближайшым будущем, я думаю. Енді сенің енді ойыңша, осы Қазақстан құрамасындағы ең үздік ойыншы турнир бойынша кімде кімді атар едің әріптестеріңнен? Роман Старченко деп ойлаймын, өйткені ол біздің лидер. Көп ойнады, жүз ойыннан асып кетті осы чемпионат мирада. Расскажите, как вы оцениваете результаты сборной? Ну, минимальные задачи, конечно, мы выполнили, остались в элитном дивизионе. Много новых ребят, много молодые парни. Я думаю, все у нас впереди. Будем добавлять с каждым сезоном, поэтому дальше больше. Какие задачи стояли перед стартом чемпионата мира? В смысле, командные задачи? Да, ну, конечно же, остаться в элитном дивизионе и постараться выиграть как можно больше игр.
Расскажите про атмосферу. Ну, сейчас уже эмоций нет. Сейчас играли 10 месяцев в сезоне, поэтому сейчас пока усталость. Надо чуть отдохнуть, и, может, потом какие-то эмоции появятся. Кто лучший игрок сборной КСМ на этом турнире и почему? Ну, вратарская линия хорошая. Роман Старченко. Много ребят новых. Там, я знаю, вот Королёв хорошо сыграл. Да и, в принципе, даже особо отмечать неохота. Все старались, все бились, как могли. А с кем играть соперников? Из соперников было тяжелее? Каждая игра по-своему, в принципе, так особо не было. Все понимали нашу главную задачу, и эта последняя игра, думаю, самая была лучшая в нашем исполнении. Поэтому такой результат. А я хочу напомнить, что спонсором нашей студии является букмекерская компания 1xbet. Регистрируйтесь на сайте, получайте первый бонус на депозит до 260 тысяч тенге по промокоду 1xmatch.kz. 1xbet – спонсор спортивных эмоций. Ну что, ребята, какие чувства завершающая студия? Поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями от этого, так скажем, прорывного, легендарного сезона для казахстанского хоккея. В плане медиа, конечно. Да, всем привет еще раз, уважаемые болельщики, любители хоккея. Хочу сказать, что сезон получился вполне себе замечательный, смотрибельный, интересный, много эмоций, много хороших игр, шикарный плей-офф в чемпионате Казахстана, который благодаря нашей студии, да, я думаю, стал еще намного интереснее и в будущих сезонах будет только развиваться и продолжать в этом духе и чемпионат, и мы, ну и, соответственно, чемпионат мира тоже. Очень захватывающий, очень много хороших игр. И наша сборная до последнего нас держала в интриге, да? Еще какой. Ну и слава богу, что следующий чемпионат мира мы также будем обозревать элиту. Да, 100%. Спасибо, что смотрите нас. Мы обязательно будем, да, улучшать, сами улучшаться. Мы учимся тоже сами. С каждым выпуском стараемся вести все интереснее. Много интересных гостей у нас, так что следующий сезон у нас будет еще продуктивный, но в целом сезон прошел замечательно, интересный был наш чемпионат, да, много открытий мы для себя сделали в плане и команд, и индивидуальных персон, вот, и также здорово отметили проведение чемпионата мира, вот, так что все супер, будем двигаться дальше. Благодарю всех вас, коллеги, за прекрасно проведенный сезон. Действительно, получился очень таким насыщенным, интересным. У нас обновилась студия, наконец, потому что Олды помнит, какая была студия до этой, и мне довелось в ней еще поработать, успеть. Ностальгия. Сейчас, да, уже можно сказать ностальгия, уже можно назвать, в принципе, историей. В принципе, развитие потихонечку идет мелкими шажочками. Я думаю, что мы приближаемся к большим целям, проводя большой объем работы. Поэтому радостно, что мы здесь собрались. Спасибо вам еще раз. Хочется вам пожелать крепкого здоровья. Мы помним твои песни долгих лет, да. Но я, в свою очередь, хочу сказать, что мелкими шажочками, ты говоришь, Руслан, мне кажется, что вот этот сезон прям такой большой, огромный был шаг сделан. И по качеству контента, и по качеству гостей. Ну, конечно, не в последнюю очередь, да, это связано, естественно, с тем, что топовые хоккеисты у нас были в гостях. И они, конечно, вот здесь стали таким... А вы сейчас думали, да, я скажу, что... Про себя. Про голову. Да, вы думали, что я про голову и блядь скажу? Нет. И меня что радует? Чемпионат мира по хоккею, и я это говорю не раз, на нашем главном спортивном телеканале, вот мне лично было невозможно смотреть, потому что не было эмоций живых. Все было вот как будто, не знаю, театральная постановка, все неинтересно. А вот в нашей студии действительно это отмечают, это говорят и цифры за себя, да, которые просмотров, и комментарии. Здесь действительно живые эмоции, радость. И вот для меня Игорь стал открытием этого сезона. Для него это дебют вообще телевизионный. И действительно весь сезон мы так с нашими болельщиками прошли ровно, да, без падов, только на подъемах. Это реально очень круто. Да, и Бекижана, то есть, наверное, тоже, наверное, стоит отметить, да, потому что человек выиграл Лигу прогнозов, была битва до конца, Игорь эту битву проиграл, проиграли и мы, кто-то вылетел рано, кто-то поздно. Но интересно было по-своему, благодаря нашим партнерам, и мы определили болельщиков, которые отправились в Чехию. Да, они сейчас там кайфуют. Да, у нас есть интервью с этим болельщиком, его комментарий, я предлагаю послушать и потом перейти уже к обсуждению. Расскажите о поездке, о прошедших матчах, что успели посмотреть,
знаковый уровень хоккея здесь. Ну, сегодня первый матч, на который нам удалось попасть. Эмоции вообще зашкаливают сейчас. Мы во все чаты свои хоккейные скидываем. Когда я вообще это выиграла, мне никто не поверил. И сейчас вот делюсь такой радостью, эмоции переполняют на самом деле. Сегодня у нас прям настоящий хоккейный праздник. Сегодня мы болели за Чехию и, как видим, они победили. Все супер. Расскажите подробнее, как вам удалось выиграть? Вы часто следите за розыгрышами какими-то? Я просто подписана на все хоккейные странички, на все новостные, на команды и так далее, потому что у меня сын занимается хоккеем, он является капитаном команды хоккейного клуба «Иртыш» 2014 года, занимается с 4 лет. Я веду его инстаграм-страничку команды, и поэтому так получилось, что начала подписываться. Вот он так затянул, что я с личного аккаунта начала подписываться, за всем следить. Увидела конкурс, поучаствовала и даже не поверила, когда выиграла. Вы решили с супругом вместе все-таки приехать? Да, у меня супруг вообще ярый болельщик. Именно он меня заразил этим хоккеем вообще. И так получилось вообще, когда нормальные, мы когда дружили, нормальные семьи, да, то есть парень с девушкой ходили в кафе, рестораны, мы ходили по хоккейным матчам, мы водили племянников всех на хоккей, когда у нас родился сын. Ну, то есть мы когда еще дружили, мы знали, что мы ребенка отдадим на хоккей. Мы когда резали ему пут, и он у нас выбрал хоккейный шлем. О, классно. Расскажите, как вам программа, организованная компанией 1xbet? Что вы успели, может быть, посмотреть в Праге? Что вам интересно было? Все очень круто. Просто, мне кажется, лучше не могло быть. Мы вчера целый день были на экскурсии. Мы посмотрели, были за пределами Праги. Кутна гора, по-моему, называется. Очень многое посмотрели. Саму Прагу тоже. Наверное, самостоятельно мы бы столько не успели. Все, на самом деле, очень круто. Мы не ожидали даже, что будет настолько все масштабно. Как вам выступление нашей сборной? Смотрели ли, следили ли за сборной Казахстана? Ну, выступление сборной оцениваем. Программу минимум выполнили, остались в элите. Хотелось бы, конечно, лучше. Предыдущие годы они нас приучили, что были шансы выйти в плей-офф. Надеемся, что следующие годы будет намного лучше. Надеемся на молодежь подрастающую, что не только старички будут вести команды вперед, но и молодые игроки. Я так поняла, что вы смотрите чемпионат Казахстана, смотрите ли вы студии на телеканале «Спорт», вот перед сборной сделали? Обязательно, обязательно. Очень круто, нам очень понравилось. Мы и вот хотим, чтобы именно развивали местный чемпионат в плане СМИ, в плане продвижения, потому что очень мало народу интересуется. Интересуются только те, кто связан около хоккея. Мы вот хотели, мы специально пришли в майке нашей команды павлодарской, Павлодарский «Иртыш», и хотели бы, чтобы развивали, как бы, мы очень рады, да, очень рады за Борис, за сборную, но хотели бы, чтобы клубы из регионов тоже продвигали и они... Будете ли дальше следить за розыгрышами? Ну, теперь, конечно, обязательно. Кирилл, вы вышли с такого эмоционального матча между Швецией и Чехией, как игра? Игра была вау, просто супер. Эмоции зашкаливали. Я очень рад, что выиграли Чехию, я за них болел. Я считаю их фаворитами, выход в финале и победу их. Расскажите, как вообще посмотреть хоккей какого уровня вживую? Это, даже честно, без слов сказать. Эмоции, дух захватывает просто, ну, такой большой уровень в Европе, в хоккее, чемпионат мира. Просто даже, ну, слов нету. Расскажите о победе своей, как вы выиграли путевку сюда? Это было, честно говоря, очень случайно. Я купил кепку на Сарыарке у нас в Караганде. Это была первая моя в жизни ставка и такая победная. Следите ли вы из Караганды, наверняка следите чемпионат Казахстана, смотрите, да, телеканал «Спорт»? Да, конечно, смотрю. Поднимается наш чемпионат. Спасибо вам за это. Просто уровень тоже поднимается. 1xbet организовали вам поездки, мероприятия какие-то? Что посмотрели, что увидели? У нас были две экскурсии, когда мы прилетели сюда. Мы были в соседнем городе, были, смотрели замки 14-15 века. Было супер. Следили вы за сборной Казахстана на турнире? Да, конечно, следил.
смотрел все матчи практически. Вот. Ну, немножко расстроился, что наши так быстро вылетели. Была надежда, что они пройдут в финал, этот, в плей-офф, что будет больше игр. Давно ли следите за сборной Казахстана? Как оцениваете сейчас, как играть? Слежу, да, давно. Мне, можно сказать... Сейчас, секундочку. Пройдем. Слежу за сборной, да, давно. Можно сказать, с детства. Папа приучил меня к этому. И программу, в принципе, в этом году программу минимум они сделали, остались в элитном дивизионе, уже как бы радость на этом. Сможете дальше смотреть телеканалы «Спорт», участвовать в таких акциях? Да, конечно. Я, честно говоря, не верю все в эти розыгрыши, думаю, что это какой-то обман. А на самом деле, вот я в Чехии, смотрю полуфиналы, финалы. Радостный, счастливый, мечта детства выполнена. Не только поездка на чемпионат мира, да, мы разыгрывали еще очень много что призов, гаджетов, PlayStation, Артем лично довозил, да, до победителя. Кто-то сейчас Jersey. Играет в PlayStation, кто-то слушает AirPods, кто-то в новом iPhone. В общем, поэтому, подарков было много. Да, поэтому мы стараемся, конечно же, развивать контент, радовать казахстанского болельщика, делать ближе болельщика к этому великолепному виду спорта. Все-таки чемпионат мира, следующий пройдет в Швеции, уже известно. Даты тоже. Если Барс, естественно, проходит дальше в континентальной хоккейной лиге, возникает вопрос, кем мы будем там играть. Но я думаю, это уже будущее. В следующем году в Швеции. Как мы сыграем? Как вы думаете? Ну, я думаю, что для ребят очередной вызов. Да, доказать. Я уже повторял, что хватит нам, да, ставить задачи оставаться в элите, да, что мы должны серьезную задачу хорошую поставить на выход в плей-офф. Я думаю, что с такими целями, с такими задачами нужно идти, несмотря на то, что там останется Борис, да, в зоне плей-офф, будет ли он дальше бороться. А у нас есть также Намад, да, у нас ребята, косяк основной оттуда тоже хорошо приходит. Ну и, конечно, у нас клубы, которые, да, занимают высокие места, тоже оттуда у нас будет народ. Поэтому я думаю, что... Вот такая задача должна стоять. Да, у нас еще будет расширение лиги. У нас некоторые игроки национальной сборной уезжают за рубеж. Да, вот и Андрей Шутов, и Аркадий Шестаков. Я думаю, еще интересные трансферы нас ожидают. Поэтому да. В целом, следующий чемпионат мира, я думаю, что будет таким и для нашей сборной очередным экзаменом. Да, то есть пройти как можно дальше, там, сделать шаг вперед. Ну и для главного тренера, да, Давида Немировски, это будет такое серьезное испытание, потому что, ну, он будет совмещать должность тренера Бориса и сборной. И как он себя проявит в этом сезоне. Я думаю, и в целом от сезона Бориса будет в целом немного зависеть и настроение там, сборной, да, тренера, как это все пойдет дальше. Поэтому, ну, очень интересно будет посмотреть. Да, я хочу сказать про следующий чемпионат мира. Все-таки, если смотреть на ситуацию правде в глаза и математически подходить, для выхода в плей-офф нам нужно 4 победы брать. Да, у словаков 4 победы, словаки... вышли в плей-офф в этом году. У нас пока наш потолок – это 2 победы в топ-дивизионе. Сможем ли мы взять 4 победы? У меня большой вопрос. Надо много что перестраивать. И в целом система, подход отбора игроков в сборную. Все-таки нужно наш внутренний чемпионат больше просматривать, делать эту ротацию, потому что многие игроки едут в сборную, и они уже за год понимают, что они в любом случае будут в сборной. И где-то, может быть, не так дают педаль газа, жмут, когда приезжают в сборную. Поэтому все-таки, мне кажется, нужно... нашей федерации, в первую очередь, да, тренерскому штабу, я не знаю, сможет ли это Немировский сделать, просматривать игроков, вот находить таких талантов, как Бойко, как Бреус, других ребят, Королев. Да. И в целом тогда мы можем рассчитывать на 4 победы в группе. Пока, к сожалению, я не вижу, что в следующем, на следующем чемпионате мира мы возьмем 4 победы. Давайте немножко позитива. А за позитив, ребята, у нас сегодня отвечает легендарный, настоящая звезда нашего хоккея, просто кумир всех таксистов, работников рынка и прочего. Просто Дамир Рыспаев, позитивный, открыт. Он, кстати, сейчас на отдыхе находится и нашел время для того, чтобы подключиться в нашу топовую студию. Смотрим. Ну что, друзья, у нас на связи легенда казахстанского хоккея, суперзвезда Дамир Рыспаев. Дамир, мы рады тебя видеть, рады тебя приветствовать. Взаимно, взаимно. Дамир, и сразу...
Дамир, скажи, пожалуйста, следил ли ты за чемпионатом мира, за выступлением нашей сборной? Да, конечно, смотрел. Как не смотреть? Дамир, сразу вопрос по играм. Какую игру отметишь ты самой такой запоминающейся, да? Какая игра порадовала больше всего и какая, ну, огорчила на этом чемпионате? Ну, я думаю, самая хорошая такая, да, была темп, это первая игра с французами, где играли их и перебрали. А самая лучшая, я бы назвал, были, как игра с американцами, наверное. Но все равно, такого уровня, многие из них полкоманды выступают. Так что, я думаю, главная задача выполнена, победить. И, ну, там, ну, потом. Дамир, какие у тебя были ожидания от игры сборной Казахстана? Потому что многие, и мы в этой студии говорили, что будут в этом году шансы выйти, зацепиться за плей-офф. Но в итоге вновь мы решали задачу, которая, ну, так назовем ее, задачу минимум. Это остаться в элите. Ну, задача минимум не минимум. Вот на перспективу, на будущее. У нас состав команды относительно самый молодой, я бы сказал, что дать плоды, дать, когда они проявят себя, могут изменить, дать. А так выступили они хорошо, задержались без каких-либо легионеров, каких-то дополнительных помогательных эффектов. Я думаю, только молодцы. Где надо было, там сыграли, где не надо было, там подобрали поляков. Дамир, а кого бы ты назвал главным героем сборной? Потому что есть несколько версий. Эксперты называют, например, Андрея Шутова главным героем. Зрители вот моего блога «Головой облёт» говорят, что это Роман Старченко однозначно. А кого бы ты назвал главным героем сборной? Ну, как такого главного героя? Ну, Шутов, ну, он молодец. Ну, и такое понятие, вратарь эту команду выполнил. По ответственности, на которую он себя вводил, как сказать, оправдал надежды. По поводу Старченко, блин, человек-мастер, он дает уверенность не только на льду и в раздевалке, и по подготовительному процессу. Вот, ну, лучше с ним, чем без него, я думаю, что сделал очень хорошо, как капитан. А по поводу, кто бы хотел бы человек, мне еще все неплохо подбился, и защитник, я, наверное, Королёв, что он был довольно-таки спокоен, незаметен, но и микрофон у него нормальный, и шайба, наверное, где надо было за воротами, там. Дамир, перейдем к Борису. Как ты считаешь назначение, да, Немировского в Борис? Как нам даст на следующий сезон этот толчок? То есть, да, тренер у нас считается таким жестким, да, требовательным. Любит таких игроков, как ты как раз. И вот как ты считаешь, повлияет это на команду, на сезон? Ну, да, как бы, я не работал, не видел. Знаю, что довольно хороший специалист. Один из хороших людей на рынке, кто подходит к нашей команде. Знаю то, что он еще что-то сделал с другой стороны. То, что у него задача еще сейчас отборочки на Олимпиаду. То есть задач у него много, времени мало, чтобы изучить. Ну, только надежда. Я не знаю, что сказать. Верим, так и всегда, преданные, верные люди, такие казахстанские. Дамир, ты только что сказал, что Дамир, точнее, Немировский возглавил у нас, получается, сборную Казахстана. Как ты воспринял новость, что Галым Баубекович теперь остается без работы? То есть в прошлом году достаточно очень хороший результат для сборной. В этом году мы остаемся в элите, но все равно главного тренера местного убирают, и приходит вновь главный тренер, который будет совмещать работу в клубе и в сборной. Ну, Галым Балбекович, я как говорил, он уже лет 20, наверное, с этими Борисом, всегда в работе, всегда он, всегда вносит свое слово, нет,
Я думаю, он никогда без работы не останется. Хотя хороший, знаете, достаточно специалист. А по поводу, ну, предоставили тренеру опять карт-бланш, его условия, повторить финансовую часть. Все, он на себя берет всю ответственность, грубо говоря, и должен вперед, а голову выкачу. Так ему нужно было виднее, это не особо важно. Главное, чтобы флаг страны был как можно лучше. Дамир, не можем тебя не спросить, а какие у тебя творческие планы и связаны ли они с хоккеем? Не сам ли ты не планируешь вернуться на скамейку тренерскую? Да, вот сейчас Талгат Джаляов, да, у нас там тренирует. Такой. Может быть, ты тоже планируешь, может быть, есть приглашение, может быть, сборную ветеранов, там, медийную команду? Ну, вот сборную ветеранов, медийную. Да, так катаюсь, вот после этой легенды, этот хоккей, а мы тоже все подготовка. А так, каких-то тренерских или каких-то других направлений в хоккее. Ну, точно не тренер, а так посмотрим. Свой клуб построим. Ян, пойдешь в команду Дамира? Да, конечно, с удовольствием. Думаю, если надумаем создавать команду, можно и что-то вместе придумать. Не, ну, одну медийную команду, да, что создать по силам, где, конечно, как раз-таки у нас и вратарь есть, да, и человек, который будет отвечать. А, ты, я не подходишь. Профессионально. Не, почему? На мостике все места хватит. Дамир, спасибо большое. Мы были рады тебя видеть, слышать. Мы видим, у тебя там прекрасное солнышко греет, хорошего отдыха, и мы ждем тебя опять-таки на ледовой площадке, чтобы ты радовал, потому что все болельщики тебя любят, обожают и ждут. То есть ты такой флагман настоящий нашего хоккея. Ну и ждем обязательно в нашей студии. Дамир, в студии 1xMatch. Спасибо большое. Вам спасибо. Всем рахмет. Уважаемые эксперты, и в конце нашей студии я хочу напомнить всем зрителям, что спонсором нашей студии является букмекерская компания 1xBet. Регистрируйтесь на сайте, получайте первый бонус на депозит до 260 тысяч тенге по промокоду 1xMatch.kz. 1xBet – спонсор спортивных эмоций. Да, интересную и правильную мысль, да, сказал про молодежь Дамир, что мы должны двигаться в этом направлении, больше развивать, больше давать им, да, доверять им. Конечно, доверять нужно ребятам, но, естественно, это доверие не должно быть у нас таким, что вот ты сыграл там за сборную, все, мы теперь омолаживаем команду, всех поставили в состав и играйте там как хотите, там, чтобы неважно, какое место займет Борис. Это не спортивный принцип, так не должно быть. Но, естественно, ребята должны, во-первых, сами развиваться, работать над собой там в отпуске, правильно проводить время, подходить готовыми к сезону. Ну, естественно, они свой шанс должны получить, ну и они должны его оправдывать, тогда у нас будет развитие, тогда у нас вот сборная будет омолаживаться, да, все эти ребята-то вышли откуда? Из Прохоккей Лигасы, который действительно является поставщиком, да. И надеемся, что в следующем сезоне, и благодаря нашему телеканалу, который будет активно, да, выходить, если мы в плей-офф выходили, представьте, да, там, через день, то что нас ждет в регулярном чемпионате, ребята? Что нас ждет, учитывая, что будет Артем 12 команд, да, как я понимаю? Да, хоккейный клуб «Бургут», если я сначала со скепсисом относился к этому, то сейчас есть полностью у меня подтверждение, что команда уже и главного тренера назначила, и состав подбирает, и в целом, да, уже арену себе присмотрел, это вторая арена «Алпамыш» в Ташкенте, поэтому, если я подхожу к этому скепсисом, то сейчас мы видим, что команда действительно стремится, и у них вот между собойчик, между «Хумо» и «Бургутом», они прям жестко воюют между собой. Да, и представить Прохоккей Лигасы без студии 1xMatch сейчас невозможно, болельщики не дадут солгать, да. Представить студию 1xMatch без сотрудника федерации Руслана Сайхана, который готовит буквально все сценарии студии. Руслан, тебе отдельные аплодисменты. Обычно еще Артем сейчас должен добавить, мы всегда танцуем под дудку федерации. Да. Спасибо также, конечно же, отметить нужно нашему старшему товарищу Игорю Черникову, который проявил себя, раскрылся с другой стороны. Теперь Игорь не только художник, там, не знаю, главный помощник тренера, да, но он теперь уже эксперт и медийная личность, поэтому и это тоже в жизни пригодится, поверьте. Не пригодилось Яну, да? Шучу, конечно, Ян, тебе тоже отдельное спасибо, болельщики тебя тоже очень любят, потому что мы не только разговариваем о хоккее,
Ну, мы с Артемом что, мы не играли, да? А вы все играли, вы знаете эту кухню, вы проходили эту кухню, вы знаете какие-то проблемы. И, естественно, открываете, может быть, глаза, и чтобы действующие хоккеисты, смотря на ваш кейс, думали, что после хоккея тоже можно... Оказывается, после хоккея жизнь не заканчивается. Жизнь не заканчивается. Это отличный пример. Я в выпуске пример. Про тебя сказал так. Да. Ян Калиновский. Ну и, конечно, Артем, тебе. Просто тебя, спасибо. Да, просто спасибо. Действительно, потому что ну, ты помогаешь телеканалу. Телеканал помогает тебе. Взаимовыгодное сотрудничество. Да. Тебя все любят. В комментариях больше всего хейта в твою сторону. Я на себя весь удар, я мне наоборот от этого кайфую. А кто больше всего делает, всегда, да, попадает. Да, и конечно. Больше правды нет, действительно, понятное дело, что многие каналы, да, спортивные, они не уделяют внимания особо этому виду спорта. Инспорт здесь, конечно, топ-1. Ну и ты своими силами помогаешь развивать хоккей, проблемные вопросы, потому что хоккей это не только там все отлично, лучшие там сейвы, голы, первые места, медали, деньги, это тоже и проблемы. Да, да. Да, и молодежи, и юных хоккеистов, поэтому тебе отдельный респект. Ждем тебя, конечно, уже в Астане, где движ хоккейный ну, больше, чем в Павлодаре. Поэтому, подписчики, купите бы квартиру. Да, объявляем сбор. Внизу в описании будет Каспий Артема Буланова, кто хочет, кто сколько может. Мы все, конечно, в шоке. Ты вот знаешь, из такого человека, который всегда с юмором нас представлял, сейчас прям столько добрых слов, и мы тебе возвращаем тоже в ответку, ты большущий молодец. Действительно, без тебя, да, без твоего юмора было бы скучно, и конечно, многим нашим зрителям ты действительно такой наш светлый луч, который всегда с юмором заходит. Поэтому мы тоже рады были провести весь сезон с тобой. И также мы хотим сказать большое спасибо целой съемочной группе, команде, людям, которые готовили графику, которые снимали нас, которые буквально здесь вот воду наливали, все раскладывали. Это большущая работа. Да. Большущая это большущая, просто громадная работа. И все для чего? Чтобы наш хоккей развивался, чтобы наша студия была одной из самых топовых. Ну, она и сейчас за короткое время так и считается. Мы уходим на летние каникулы. Вернемся с вами в августе, когда стартует Кубок Казахстана. Кстати, по формату Кубка Казахстана. Два города также? Все так же. Все так города, же. Да, сейчас уже определяются. Да, у нас даже есть, ведем переговоры. У нас даже есть план, чтобы с места были студии. Ну, да, тоже да, то есть мы сейчас оцениваем возможности каждых из городов, оцениваем возможности команд, да, то есть куда им будет удобнее переезжать, потому что финальная стадия будет проходить в одном городе, и все это, естественно, тоже. Ну и по регулярке тоже. Ребята, готовьтесь. Мы тоже едем в Рудный. Мы заряжены. Ну все, уважаемые любители хоккея, на этом мы с вами прощаемся. Мы вас любим. Будьте с нами. Пусть всегда будет включен телеканал InSport. Бероем. Бер соққа. Бер мүмкіндік. Бір сәт. Содан қапы қалма. 1xBet спорттық эмоциялардың демеушісі.